Встречая.
Растворение слов разлил воду. Так, давайте я сделаю так, я тут добавлю, там добавлю. Реально гитара. Вот. А все сходили на это голосование по конституции, кстати? Нет. Нет? Я тоже. Но я знаю, как я проголосую. Могу сказать, как, если кому-то интересно, внести политическую нотку в наш такой личный вечер. Я, конечно, буду против, потому что на самом деле все, что происходит, мне очень не нравится. Вот, скажу честно, и то, что происходит вот с музыкой, ну, то, что я наблюдаю на примере, ну, того, что я знаю, мне кажется, что если так продолжать, то, ну, это тупик и болото, в котором мы уже давно оказались. Мы, кстати, говорим о кризисе, который происходит у нас, ну, вот по творчеству видно. Уже много лет, уже больше 10 лет. Вот. Если где-то в начале 2000-х это еще как-то было весело, то сейчас стало как-то совсем грустно, потому что, ну, в общем, мне все не нравится. Вот мне нравится все, что я слышал живьем, и мне нравится все, что происходит вокруг. Вот. Я считаю, что если как-то... Я считаю, что рыба гниет с головой, и то, что вот такое загнивание медленное, какое-то все протухание, вот это из-за того, что как-то, ну, что-то не меняется. Мы должны экспериментировать и давать возможность попробовать разные варианты нашей жизни внешние. Вот, это такая моя позиция. Вот, когда один человек как бы всем рулит, это странно. Но в любом случае, это вот один человек, он все равно будет делать как-то все по-своему. Вот, а мне кажется, что верный будет шаг к развитию, когда будет возможность у разных людей как-то себя проявить, и всем будет лучше. Вот, ну и вот музыкальная часть. Мне очень нравится отношение к музыке и самих авторов. Но я сейчас говорю какие-то серьезные вещи, которые лично меня очень как бы волнуют. Вот, я считаю, что, ну, то творчество, которым мы занимаемся, ну, вот я говорю о даже содружестве, оно не просто, это не просто песня, но может вот те, кто играют, ну там фестиваль платформа, еще какие-то фестивали, все круто, вот, но то, что я пытаюсь делать, ну, в этом всегда есть какой-то смысл, то есть это не просто песни, это какая-то попытка что-то менять, вот, все мы выросли, может не все, но песня «Перемены» до сих пор, «Перемен» свой до сих пор звучит, и для меня эта песня, ну вот, не то, что там какие-то тоже вот политические, еще какие-то перемены. А я считаю, что творчество, искусство, оно имеет такое свойство, имеет такую мощность что-то менять в самих людях, в окружающем мире, в окружающих людях. Вот. И почему-то часто это сейчас не работает. Вот. А мне кажется, что вот наши песни, они не просто песни, а это какой-то посыл очень важный. Ну, в общем-то, такой язык, с которым можно так сказать, по-простому с нами говорит небо, через нас. Но я вот так это ощущаю. Может быть, другие так не ощущают. Вот. Ну, короче говоря, это такой длинный большой разговор, который никак не могу я ни с кем завязать, а очень хочется. Вот. Поэтому сегодня сыграю еще песни такие более такие про лето. Вот. А потом сыграю какие-то более такие суровые песни. Вот. Ну, мне кажется, что и сами авторы должны как-то, не должны, но надо как-то переосмыслить вот то, чем мы занимаемся. Вот, ну, вот невозможно же вот просто пить и вот на это тратить жизнь, и как бы это окажется вот каким-то вот пшиком никуда. Я так не считаю. Я считаю, что мы делаем очень важное дело, вот как деревья растут и дают кислород, мы тоже растем и даем кислород. Если нас вырубать, то этого кислорода будет меньше. Хотя, может быть, я не выдаю кислород, а выдаю какой-то вот угарный газ. Может быть, наоборот, такие фабрики по производству всего токсичного. Вот. Песня будет называться «Как ни странно, шлях». Я ее тут пел в парке, но она такая летняя. Теперь
громко. А, еще один такой момент, что вот я просто хожу в храм сельский, который там рядом кладбище, и я часто вижу эти похороны. Понимаете, вот в обычной жизни люди это редко видят, а там это такой некий конвейер, то есть те, кто там, ну, вот, служат в храме, работают, для них это очень привычно. Ну, приехали, отпевали, отпели. Вот. Когда ты сталкиваешься сам лично, это очень большая трагедия, когда ты видишь со стороны, ну, такой конвейер. Но это к тому, что мы как-то живем в таком мире, где вроде никто не умирает, все хорошо, но там какие-то катастрофы случаются. На самом деле, ну, фактор смерти, он в каждой человеческой жизни присутствует. И это такой вот для нас «Будьте здоровы». Фактор смерти. Болезнь, вирус. Вот, кстати, вирус пришел. То есть очередное напоминание, что человек, вот, любое маленькое такое ничтожное вещество, там, или которое микроскоп только разглядишь, оно может вот нас вывести из строя, довести вот до состояния небытия. Вот, и жизнь и смерть — это, в общем, все рядом. И творчество как раз нам об этом способно напоминать, об этой грани, о том, что на самом деле все этим не кончается. И как бы основная эта задача человека — как-то вот, ну, прожить эту жизнь, чтобы как бы войти в следующую жизнь, мне так кажется, которая нас всех ждет. Когда я слушаю песни, которые вот у нас тут звучат, и еще где-то в хороших местах, это часто слышно, вот это дыхание какой-то другой жизни. То есть не той жизни, которой мы живем, вот, а та, которая нас ожидает, и которая вот совсем рядом. Вот она дышит рядом, просто находится чуть-чуть в каком-то неком параллельном мире. И мы живем в таком параллельном мире. Вот Олег Стер живет в параллельном мире, там, прикованный к постели, тем не менее творит. Вот, и мы живем в таком странном. Екатерина из Чепыгина такая: я живу в каком-то заколдованном доме. Вот. Все. Я хотел с ней немного поговорить, но что-то у меня как-то не получается. Короче говоря, песни шли. Тишина, скрипу ключом.
понесло крыло.
совсем за упокой. Сладотравие от шерсти. Закат пойдете, чтобы детям не мучиться. Прям жалко. Вырвали трансляцию. Уже так играет. А? Скоро же, да? Скоро. Или еще полночи. Скоро. Может, чуть-чуть голос потише сделать. Я прям как теперь Юру понимаю. Пока сам. Просто хотел более суровые песни спеть. Опять же, это такие суровые. Просто не хочется, чтобы кто-то мучился под это. Это оно мне как-то важно, а вам-то что, мучиться? Вот. Ну, не то, что суровая песня, но просто так. Уже не про лето. Из метро в метро, из тоннеля в тоннель. Что за город за стеклом, охирикающий зверь? Кому Москва, кому Париж, кому Берлин, а мне в небо тропа домой небесный Иерусалим. Иерусалим. У зомби в городе знак, на лбу с пивом старый вес. Чтоб этой сказки не так, ответь поколение, рекс, рекс, рекс. Там наши стрия мертвецов, уши мертвы поют своим, а здесь просвещает свет крестов, путь небесный Иерусалим. За могильной плитой трех берез силуэт. Колокольчики молит, даров много, дух един. Дышит дверь, жизнь отпарит, любовь небесный Иерусалим. Актуальная тема. Хорошо, что Юрий Шевчук жив, и мы живы. Вот. Следующая песня будет, ну, наверное, опять же, она ваша на мне, я как бы
не хочу никого напрягать, вот просто я хотел спеть, и все как-то нет повода. Вот, а тут голосование за Конституцию. Будет песня? Как бы против. На самом деле такая веселая ситуация, что вот я реально ощущаю, что ну вот лично я живу в каком-то параллельном мире. То есть у меня на самом деле с одной стороны как-то все, ну если со стороны мира, так сказать, в котором мы живем, вот так, ну вот за окном парка, как-то не очень все хорошо, наверное. Вот. Ну вот, нас смотрят там считанные единицы и все прочее. То есть по тиражам все плохо, вот, не продается ничего. Но с другой стороны, наоборот, все хорошо. Потому что если заглянуть в Евангелие, то там как-то вот, ну вот, у нас перевернутый мир. То есть если в этом мире как бы нас не понимают, на самом деле это даже здорово с евангельской точки зрения, поскольку мир лежит во зле. Но мир, который имеется в виду мир людей, не мир, который сотворенный, который прекрасный, вот, в который мы вносим только какой-то мусор, спам и вирусы. Вот. И получается так, что я часто ощущаю, что у нас просто, вот я, ну вот, ощущаю себя часто такой тенью, кого-то мне нет, вот, люди могут даже сквозь меня пройти, вот, кого-то вот я не существую. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, удивляет, но вроде я еще такой живой, воплоти. Вот, песня о том, что вот нас нет. Как бы, про параллельный мир. Ну, я считаю, что она какая-то такая, ну, достаточно жестокая, кто-то может обидеться, там, за какие-то слова, там, поется про страну фарисеев, садукеев, но опять же это образ, это же песня, это не какое-то обвинение скопом ко всем нам. Вот. Живут в нашей стране очень замечательные творческие люди, с которыми я рад встречаться. А, и вот я как бы еще себя ощущаю каким-то миллиардером невозможным, то есть у меня такое богатство, я со всеми пытаюсь поделиться, говорю, вот люди, как здорово, смотрите, какие богатства, давайте вместе эти наши природные недра, и, ну не недра, человеческие, как бы, богатства, как-то их вместе ну, не использовать, как-то ну, радоваться им. И как-то это никому особо не нужно, оказывается. Что для меня вообще странно. Я чувствую себя миллиардером, который имеет валюту, которая здесь не котируется. То есть вот у меня какое-то золото, ну, вот какой-то металл, который, ну, золото, которое вот у нас, скажем так, на нашей планете Земля, этот металл не ценится. Вот, а на нашей планете этот металл ценится. Вот. Может, как-то детям спать. В общем, совсем не колыбельная песня. Если бы тут не было ребенка, я бы так не распинался. Ну ладно. Да. В общем, не детская, не колыбельная песня. Панк-рок. За горизонт и клином свет, а кто-то смотрит в интернет и видит звезды, желтеют полосы газет и новостные смерят на сотни лет один ответ. Нас нет серьезно, нет списков павших и живых среди чужих, среди своих. Мы чей-то бред, мы просто миф и сновидение. Мы точно тень, мы будто дух, нас не улавливает слух и тонкий нюх, все средства наружного слежения. Здесь кто-то жив, а кто-то мертв, а кто-то Волан-де-Морт. На выступлении народ орет ворогу. Не дал банален сей сюжет, уж тысячи лет все тот же тренд. Убит пророк, погиб поэт, ни в честь, ни славу. В стране фарисеев, в стране садукеев, о жертвах жалеют на улицах имени их плачей. В стране халдеев, в стране прохиндеев, в стране победившей бабсы, где рвут и часы и весы, где вновь распят был Божий Сын, распят был Божий Сын. Живым, 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 живым
не было, так нет. Но по подобию конец оставляют яркий след в иное небо. Пусть излучатели вопят и крутят мертвых хит-парад. Мы знаем вечный звукоряд любви и веры. Мы чужды пятый элемент, опаснее ядерных ракет. А кто не верит, тот агент и враг народа. На параллельной мы волне, звучим в небесной тишине, где не доступен абонент и все земное. А где нет света, смерть и тьма, где нет свободы, там тюрьма. Забыты наши имена и Божье слово. Но вот живой берет аккорд, а сердце пламенно поет. Кто здесь услышит, кто поймет душу живого. В стране фарисеев, в стране садукеев, а жертвах жалеют на улицах кривых плачей. В стране халдеев, в стране прохиндеев, в стране победившей попсы, где рунные часы весы, где вновь распят был Божий Сын, распят был Божий Сын. Живым. На хвости руки, ноги, на голову терновый ним. Мы будем с ним распятым, но живым, воскресшим мы живым. Я против. Ну, серьезно? Тогда надо придется вам всем участвовать. Мы эту песню, пули ее замечательно подпевают в Северном Кресте. Вот. Но вы можете просто там подстукивать, взять перкуссии, чтобы уж последнее сделать сотворчество. На самом деле эта песня будет продолжением этой песни. Но поскольку для меня лично, ну вот, я просто, ну, поскольку глубоко человек, так сказать, ну, не то, что, как бы, не фанат, можно сказать, ну, не фанатик веры, но для меня вера – это нечто, вот, неотъемлемая часть моей жизни. То есть я, для меня творчество, вера и все остальное – это состоит неразрывное для меня вот единство. Я не знаю насчет остальных, кто там в храм ходит, не ходит, это их личное дело, но для меня это так. То есть, если вот замечательные слова, что если Христос не воскрес, то как бы вера наша тщетна. И для меня, если Христос не воскрес, то вообще смысл жить вообще, надо идти сразу стреляться, что я никому не рекомендую, естественно, потому что Христос воскрес. Вот, потому что, ну, мое ощущение такое, ну, вот я с этим делюсь, собственно говоря, об этом, мне кажется, вера, потому что многие забывают вообще, во что люди верят. Они верят в то, что будет жизнь дальше продолжаться, либо они не верят. И верят они в то, кто дает эту жизнь. Кто-то считает, что вот есть там боги, там, ну вот язычество, там прочие всякие религии, да, вот, в чем различие. Вот. Ну, и христианство дает однозначный ответ, что у нас есть Бог, который стал человеком, и все отличия в том, что этот Бог, человек, за нас, он проявил свою любовь тем, что вот просто к лежащим в грязи, как там говорится, в колу, вот, говоря церковным языком, вот он за этих людей взял и вдруг умер. То есть вот за каких-то там бомжей, там, не знаю, вот со всех этих там, за, в тюрьме сидящих за страшное преступление, вот он взял и за них вот распялся. Вот. И тем как бы, ну, на самом деле, с человеческой точки зрения это просто невозможно. То есть поэтому это вот, вот этот парадокс для меня явно доказательство, что это на самом деле есть. Вот, но это лирика, просто песня называется «Лето Господне». Давайте
безотносительно там веры, не веры, просто для меня это песня, на которой можно там постучать, вот, присоединять. Вот. Но я просто говорю, что «Лето Господне» — это вот об этом, о том, что нас ждет, и я думаю, что мы там сыграем гораздо круче, больше и на лучшем звуке, и на огромных аудиториях. Даже можно подпевать, но вот Пуля там замечательно подпевает, если вдруг кто-то захочет. Пойдем домой.
Домой. Мы пошли домой.